с утра были все в храме, а после обеда идут по домам обедать. Так нам гид сказал. Вон все корона, все королевы. Короли. А мы ждем свою группу, пойдем на экскурсию. To oczywiście próba, próba! Niebiescy Afryka, prawo, zwrot! Zieloni Azja, prawo, zwrot! I czekacie na dalsze komendy! A smok azjatycki ustawia się przy scenie! Na końcu orszaku! Było coś o śmierci w tym mailu? Słychać w tle kolędy grane przez zespół Istebna. Tradycyjnie jest z nami od początku orszaku. Ja tylko muszę powiedzieć, uwaga, że zespół Istebna zdobył Puszkala. Wiecie o tym? Jak to? Są takie polskie Oscary, Oscara Kolberga, które były pierwsze jeszcze przed tymi wielkimi Oscarami Akademii Filmowej. Akademia Filmowa nawet złożyła jakiś donos, że powinniśmy zrezygnować z naszych Oscarów, ale niestety nasze Oscary były pierwsze, a więc zespół z Istebnej posiada takowego Oscara. Gratulujemy! Witaliśmy orszaki, ale nie powitaliśmy wszystkich warszawiaków! To teraz może wszystkie orszaki powiedzą hej do warszawiaków! Uwaga! 3, 4! Hej! A teraz wszyscy warszawiacy pozdrowią wszystkie orszaki! Hej! Słabiutko! Dajcie z siebie więcej, przecież warszawiaków jest więcej niż orszaków. Jesteście z nami? Kochani, dziękujemy wam, że tak licznie przybyliście. W tym roku prawdopodobnie jest was dużo więcej niż w poprzednim, a w poprzednim, przypominam, było około 30 tysięcy ludzi. Mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord i będzie nas jeszcze więcej. Na pewno został pobity rekord, jeśli chodzi o ilość miast, które w tym roku nawiedzają orszaki Czech Króli. Bo idziemy w ponad 90 miastach. Wyobrażacie sobie ponad 90 miast i duże miasta i naprawdę małe miasteczka. Myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni na Placu Zamkowym mogą pozdrowić wszystkie pozostałe orszaki w kraju i za granicą. Pozdrawiamy! Aplauz! Pozdrawiają. Kochani, nasze wydarzenie rośnie co roku. Proszę się przygotować. Zapraszamy do listu do tam. Nie wiadomo. Od razu w górę. Dziękuję za to. Myślę, że... Aha. Сегодня очень грандиозный у них праздник.
Видимо, все поляки, жители Варшавы, сегодня собрались здесь. Ну и мы присоединились. Это, по-моему, у них какой-то очень старый храм. Насколько я помню, с того года. А, костёл, да. Такие улочки, так все украшено. Год. Ну, еще не так уж и старый. А, сейчас. О, Хрюша идет. Ой, какие лапки. Все католики Варшавы сейчас собираются и идут на эту площадь, потому что туда прибыл главный архиепископ этого города. Да, мы его тоже сняли. Даже Крюша пошла туда. Вот. Саше что-то дали. От самого Крюши что тебе дали? Это какой-то ресторан. Ну правильно, что Крюша может еще дать? Базилишек. Но я думаю, мы туда не пойдем. Да, лучше туда не ходить. Все, мы зайдем в костёл? Мы сейчас зайдем, посмотрим, но вам не покажем. Рассказывали, детишки сами делали с разных школ для выставки. В этом костёле мы сейчас наблюдаем выставку вот этой инсталляции рождения Иисуса, которую делали дети школ Варшавы. Вот любопытные изделия из теста и множество других разнообразных инсталляций. А вот там, похоже, большая инсталляция, которую сделали сами варшавяне. Это ярмарка. На этой ярмарке есть русалка, которая, по их мнению, их оберегает всю Варшаву. Мы находимся на главной площади Варшавы. А сейчас здесь рождественская ярмарка, на которую мы успели. Я так понимаю, сегодня она последний день. А внутри, где-то рядом с елкой, стоит символ Варшавы – русалочка. Такие ярмарки в Европе в каждом городе. Поехали.
Что-то чем-то вкусно пахнет. Капуста, что ли? Посуда. Тут кушать готовят. Ну, вон она, русалочка. Мы сейчас к ней дойдем. Картина. Блин, Саша сейчас нас не видит. У нас нету хлебушка. Вот он. Куда вы все? Без этого они на нас садились, да? Это пшено. О, на Саню сел, кушает. О, на меня сел. О, ну ты вообще наглая морда. Кровать. А, все, у меня съел, я пошел к Саше. Довольная физиономия. Рука заболела. Закрывали мне всю руку. Довольно стоял. И там у него птички. Я думаю, может какую-нибудь штучку съесть их. Это можно. Я предлагаю зайти посмотреть, что там там будет. Пойдем.
nimi, tutaj was nie słychać. Chcecie, żeby zostali? Będziecie śpiewać? To co śpiewamy? To nie mamy wyjścia, trzeba grać. Trzeba grać! Tylko musicie... Tutaj chcieliby Oj Maluszki. Macie Oj Maluszki w repertuarze? Oj Maluszki? Może być Oj Maluszki, tam jest sporo zwrotek, do trzeci się zetrze. Śpiewniki w dłoń i śpiewamy razem z góralami. Заканчиваем наше путешествие. Путешествие не только по Варшаве, но и по всей Польше. Теперь, я думаю, если мы сюда вернемся, то это будет еще очень не скоро. Ждите следующих наших путешествий. До новых встреч!